Всем привет, меня зовут Петр, у меня агентство недвижимости, и я уже в недвижимости уже очень давно, с 11 года, 5 лет я сначала проработал сам как агент в крупной компании, потом, конечно же, решил основать свою компанию. Я первые несколько лет, честно, мучился, вкладывал деньги, никакой системы не было, и когда мне знакомые посоветовали Bittrex, все на самом деле изменилось. Стал вести учет клиентов, настроил его сам под себя, сначала без помощи каких-либо людей. Вот именно, кстати, я почему и решил записать это видео, потому что действительно Bittrex мне очень помог систематизировать работу своих сотрудников. Мы стали вести учет клиентов, сначала у нас создавался хаос, но с каждым разом этот хаос налаживался, переходил в систему. Теперь у нас нет потерянных клиентов вообще. И последние полгода я уже не вкладываю деньги в компанию, а компания приносит прибыль. Конечно же, совет начинающим предпринимателю – это нужно учет вести всего и везде. Раньше я вел учет в Excel-таблицах, сколько я зарабатываю, сколько я трачу. В принципе, многие с Excel начинают, но в Bittrex это можно сделать намного лучше и продуктивнее. Мне лично вот очень понравилось, и мы с каждым днем узнаем много возможностей, которые там можно использовать, и даже если мы что-то забыли, есть классная штука задачи, она очень помогает, потому что, допустим, когда у тебя есть Excel-таблица, есть где-то напоминалки, ты все в кучу связать не можешь, а там видно, позвонил, не позвонил, напомнил, не напомнил и так далее. И вот у нас, когда приходят новые сотрудники, у нас есть дать им задание, чтобы они обзвонили именно старых клиентов, когда им звонили, о чем разговаривали, и все это фиксируется. И это очень круто, классно. И вообще, конечно же, точно никогда не стоит сдаваться, потому что я сначала, говорю, первые, говорю, лет 5, наверное, а даже больше, лет 6 я вкладывал свой бизнес деньги. Было мое дорогое хобби, я как агент зарабатывал, в принципе, нормальные деньги, но мне всегда хотелось агентство недвижимости. Я постепенно собирал команду, и когда она собралась, нашелся именно нужный человек, который помогает нам выстроить систему, и у нас все пошло в гору. И даже когда мы даже вот в месяц, когда был застой, мы вал собрали больше, чем мы там пару месяцев назад. Поэтому все идет в гору, все отлично. Поэтому вот какая-то такая история.